Продлить час тишины в выходные и в праздничные дни до полудня. Такие поправки предлагают внести в закон области городские парламентарии. С этой инициативой они решили выйти к коллегам из законодательного собрания области. Детали расскажет Мария Суворова. Сейчас вологжане должны соблюдать тишину в выходные и праздничные дни до 7 утра. Предложение вологодских депутатов продлить так называемый час тишины до полудня. Основанием для корректировки послужила красноречивая статистика. Более 1000 случаев нарушения тишины и покоя зафиксировано административной комиссии в Вологде, прежде всего в выходные и в праздники. Мы же в первую очередь опираемся на обращение наших собирателей, поэтому люди пишут, что в особенности в новых домах многие начинают ремонт в выходные дни прямо с самого раннего утра, то есть 7 часов. Соответственно, этим самым нарушают права других граждан. Поэтому такую инициативу подготовили мы сегодня, проголосовали за нее и направляем в законодательное собрание. Законопроект депутаты поддержали единогласно. Теперь его предстоит рассмотреть областным парламентариям. Мария Суворова, Михаил Прищев, Вологда Портал.